Татьяна Федоровна. Прямую линию провел мэр Магадана для жителей областного центра Колымы. Около 30 магаданцев позвонили градоначальнику и поделились своими проблемами. Вопросы горожан касались образования, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорог. Также подняли тему количества светофоров в городе. По мнению звонившего, в Магадане много трехрежимных регулировщиков. Из-за этого загружены проспект Ленина и улица Гагарина. Значит, у нас самая такая тяжелая точка в Магадане была. Это поворот от ВТБ-24 направо-налево на улицу Ленина, где у нас максимальная концентрация ДТП, и гаишники предписывали вообще закрыть пешеходный переход от ВТБ, ну, туда, на другую сторону. Я понял, да, вот. Или разгрузить. Так вот, мы пошли по пути или разгрузить. Сегодня возле ВТБ-24 такой напряженной обстановки, как была 2 года назад, нет. По итогам состоявшейся прямой линии мэр Магадана дал поручение отраслевым руководителям разобраться в каждом вопросе, уделить внимание всем обратившимся горожанам. Есть вопросы, связанные и со сносом ветких строений. Мы ведем в городе планомерную работу по расчистке города от несанкционированных построек, но, казалось бы, можно было просто бульдозер, так сказать, пригнать и снести. Мы, тем не менее, смотрим на людей так, что, ну, надо помочь, во-первых, им переехать с этого места, а второе, предоставить какой-то другой земельный участок, где бы они, не мешая никому, в том числе благоустроительным работам в городе, вели дальше свое садоводническое, огородческое дело. Напомним, прямая линия проводится еженедельно, в понедельник, среду и пятницу с 14 до 17 часов. С жителями по заранее определенному графику общаются руководители управлений и департаментов, заместители мэра и сам градоначальник. Телефон прямой линии 62 50 65.